Кукла есть, денег нет. Всем привет! Сегодня у нас уже на очереди, наверное, обзор третий, да, пятый, четвертый. Но предыдущее видео вы уже видели, а у нас сегодня капсульчик. Я не знаю, если можно назвать это куклой. Это такая, скорее, мини-кукла или фигурка даже. Но шарнирная. И сегодня мы откроем ее. Это у меня коллекция RM Rock. Она мне больше всех нравится, но еще бы хотелось Glam. Glam. Hologlow, там полупрозрачные детали, которые я люблю. Ну, сегодня у нас вот это на очереди. Открываем? Не так даже. А как? А, да. Не фунгу этот мозг. Чтобы все сюрпризы получила. Здесь вот я открываю окошечко, перфорация. И мы видим буклет коллекционера. Классно, да? Блин, я даже не помнила, что он выполнен в таком журнальном стиле. Как будто это журнал. Красиво, кстати. Здесь вот такие есть девочки. Я даже не знаю, я хочу вот как у тебя, которая. Фотографию вставлю. Ну, посмотрим. Здесь, получается, каждая часть ноги, руки, ноги, верхняя часть, голова, парик, волосы, все отдельно. Вот в таких гасипонах, или как это называется, шариках. Будем собирать свою куклу. Сейчас я буду крутить барабан. В эту сторону. Давай. А он не крутится. Сильнее. А, почему так надо усилия прилагать? А если ребенок бы делал? Давай, какие. Она не крутится. Ребенка нужно встряхнуть. Давай. Во, едет. Вот он. Первый шарик. Такой желтенький. Звук радует уши. Здесь открывать, да? Он, да, мне нравится. Здесь вот такой пакетик. И тут тело. Так интересно. Кто думаете, там будет? Пишите в описании. В комментариях, извините. Ух ты! Это я еще не видела. У тебя такое другое, да? Да, у меня. И прикольно, что руки козы. Жест козы. Подожди. Он такой. Ну, симпатичная кофточка. Такая немножко инопланетная какая-то, мне кажется, вот эти рукава. Это из кристалла. Там как. Не знаю, как описать, но там есть вот коллекция одежды. Вот как, чтобы собрать полную куклу, оно вот такое вот фиолетовое кристальное. Здорово. Ну, здесь вот такой тоже. Как он, вентиль? Как он называется? Вентилек. Так, дальше. А посмотри, там еще что-то может быть. Да, там же еще должен быть браслет. Нет, здесь нету. Значит, в другом будет. Дальше крутим. Что же нам теперь выходит? Самое, наверное, интересное — голова и парик. Хотя и все, все интересно. Давай. Yes. Второй шарик. Да, это интереснее, чем лоу. Конечно. Такое забавное. И вот тут жалко выкидывать вот эти капсулы, они же пластмассовые такие хорошие. Добротные, да. И коробка такая крутая. Здесь у меня сердце кровью обрывалось, когда я выкидывала. А, ты выбросила все-таки? И то не все. Ну, они же захламляют. Второй пакетик. Тут волосы. Давай, открой. Блин, какая-то короткая, кажется, прическа. Ну-ка, интересно. А, голова. Какая красивая. Что-то еще есть. А, подставка. Так, сейчас поближе покажу, пока все сочетается. Кстати, еще немножко страшно, что не будет ничего сочетаться. Но пока что мне нравится. Такое вот у нее лицо, серые глаза и помада. И веснушки нет. Да? У нее веснушки? Да. И вот такая подставочка. Вот кстати, да, вот эта крышечка, это еще и подставка. Можно сделать вот так. И провернуть. А, да? Вставить и провернуть. Кто-то у нас тут уже шарит. Конечно. Вот такая. Сколько их у меня? 9? Подставка, да. Так, дальше. Мне интересно, что там дальше будет. А, побольше сделаем. Так.
что-то застряло. Но она не всегда идеально попадает в это отверстие. Дальше едем. Давай. Вывалилась еще одна. Еще одна капсула. А, да, точно. Ладно, я признаю, что это здорово. Забавно. Забавно. Третья капсула. Мне так нравится. Тут точно... Нет, тут ноги. Да? Нет? Что, интересно? Открываем. Ноги. О-о-о, серебряная юбка мне попалась. Извините, золотая. Все. А часов нет, значит, где-то они. Надеюсь, они в последнем. Вот такие ножки черные. Ну вот ножки и юбка, они, кстати, из золотой шипастой коллекции. Угу. Ну вот немножко с этим плохо как-то сочетается пока. Ну ладно. Так вот, да, делаем? Да. Или назад вот так? Да, вот так вперед. Такие египетские мотивы какие-то. Вот такие ножки. Все шарнирное, это, конечно, здорово. Даже вот эти стопы, да? Да. Держи стопы. Ну, в принципе, пока ничего так. Главное, решит еще это, прическа. Это что, последняя? Нет, еще. А, еще одну. Блин, можно еще 10? Да. Это большую коробку надо покупать, вот там 10. Ну, там две куклы. Да. Фигурки куклы. Ой, все выключилось. Реклама, вернись. Подписывайтесь. А ну, опусти коробку немного. Убери из кадра. Подписывайтесь вот на наш канал. Скрытая реклама. В кавычках. Здорово, здорово. Да, признаю, все. Я была не права. Так. Тут что у нас? Прическа, да? Нет? Скорее всего, потому что уже больше больших деталей не должно быть. Хорошо. Ага. А, обувь, сумка, это браслет. Сумка, да, такая? Да. Какая-то странная сумка, хорошо. Обувь, симпатичная. Браслет пока не нащупываю. Так, где-то будет все равно. Обувь прикольная, кстати. Такие желтые подошвы, сапожки. Да, ну, в принципе, у тебя все сочетаемо. Ну, пока что да. Что только вот золотая юбка немножко не то, но... Немножко мимо, но, в принципе, как акцент сойдет. Последняя быстро вывалилась. Ну, или не быстро. Так, последняя капсула. А здесь... А прическа самая страшная. Давай, давай. Может, не будем открывать? Да, я буду снимать тебя без волос. Последняя капсула. Какая-то она. О, какая огромная большая прическа. Да. Чувствую, она будет падать. Знаешь, я не хотела короткие волосы, так что я рада, в принципе. И пакет немножко, он другой, видишь, немножко да. Другого материала. Ух ты. Какая прическа. Оно у тебя прям все хорошо сочетается. Кроме юбки. Это вначале бошку всовываешь туда? А по... Нет, потом ага. Челку, потом челку. Давайте сделаем так, хорошо. Вот у меня голова. Угу. Такая странная. И это у меня челка, да? Да. Хорошо. Симпатичная. Крутая у тебя. Все, теперь мне надо больше. Сегодня спонсор этого видео, мне надо еще такую же. Спонсор этого видео — хомяк. Хомяк. Или белка. Укурочная. Вначале Хэрдора был, теперь еще капсул Чикс. Капсул Чикс я у тебя подсмотрела, а ты у меня Хэрдора был. Симпатичная, да. Нет. Все, да? Все, можно еще. А браслет где? Вот браслет самое важное, блин. Мне нужен браслет. Это что такое? Его. Подожди, надо собрать. Где? Че упало? Кали часы, которые такие маленькие, вот они, что еле найдешь. Вот, я хотела... Что я хотела-то? Ты не хотела кобру. Да, я не хотела. Точно, я... Впереди. Я просто больше всего не хотела вот эту... Где она? Потому что у нее написано кобра сверху. Ну, блин, извините. А мне попались. Где она? Внизу. А, вот, да? У нее что? У нее звездочки в глазах, да. И веснушки. Мне нравится. Хорошая. Вот, и мне попалась. Где это? Кто это? Дальше.
вот такой верх мне попался. А потом вот эти вот ботинки мне попались желтенькие. Сумка. Прическа и сумка. Вот это непонятное вообще, что это такое. И вот юбка из этого вот блестящего набора. В целом получилось неплохо, но единственное, юбку, наверное, уберу, и будет она стоять в штанцах, таких типа. А так, я рада, потому что бывают такие небылицы попадаются. Хорошие. Я да, довольна. Мне она нравится. Давай еще покупать. Давай. А на этой ноте я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Буквально за один день вот эти две малышки у меня появились. Чё, будешь дальше как Слутикс покупать? Мои деньги, мой кошелёк, не хочу, хочу, не хочу, в скобочках хочу.